В банках начали взыскивать долги с клиентов по упрощенной схеме без решения суда. В кредитных договорах появился новый пункт. Получить с неплательщиков деньги теперь можно по исполнительной надписи нотариуса. Это распоряжение о принудительном взыскании или о конфискации имущества должника в пользу кредитора. Такой документ банк может получить при просрочке по кредиту более 2 месяцев. Упрощенная схема не распространяется на ипотеку. Все, что касается жилых помещений, по закону решается только в судебном порядке. Это будет касаться в основном движимого имущества, какого-то имущества, которое, значит, может быть реализовано на торгах. Вот. И, я так понимаю, будет больше всего касаться злостных неплательщиков, которые брали потребительские кредиты, как правило, без обеспечения. По мнению некоторых экспертов, дополнительный пункт в договоре снизит нагрузку на судебную систему, поскольку таких неплательщиков, которые задолжали небольшие суммы, сотни тысяч, а также может поставить под угрозу коллекторский бизнес, поскольку у банков появляется собственный механизм взыскания долгов.